Всем привет! В этом уроке мы рассмотрим, как нарисовать милую девочку в мультяшном стиле и раскрасим ее цветными карандашами. При подготовке видео использовалась продукция Artberry, производство компании Эрих Крауза. Все цвета яркие и насыщенные. Давайте рисовать карандашный эскиз. Сначала проведем вертикальную линию посередине листа. Нарисуем овал лица. Обратите внимание на форму подбородка. Намечаем шею двумя изогнутыми линиями. Рисуем плечи и руки. Теперь можем нарисовать прическу. Важно помнить, что волосы имеют объем, и потому между контуром черепа и контуром прически всегда есть расстояние. Рисуем брови. Рисуем веки и радужную оболочку, зрачки. Отделяем легкой линией внутренний уголок глаза. Теперь проводим линии для носа. Рисуем губы. Сначала проведите линию смыкания губ. Далее наметьте верхнюю и нижнюю губу. Верхняя губа должна быть чуть меньше нижней. Нарисуем модный аксессуар – очки. Рисуем контуры футболки с открытыми плечами. А теперь можем прорисовать кудри девочки. Карандашный эскиз готов. Давайте раскрасим. Тонируем кожу, начиная от края к середине, постепенно уменьшая интенсивность цвета. Помним, что интенсивность цвета зависит не только от нажима, но и от количества проведенных на одном участке линий. Коричневым затемняем и обводим контуры. Темно-коричневым закрашиваем брови. Нанесем тени по бокам у носа. Можно добавить немного румян с помощью розового карандаша. Затемняем шею. Переходим к рисованию глаз с помощью голубого и черного карандашей. Черным цветом рисуем очки. Теперь закрасим губы красным цветом. Приступаем к штрихованию. Сначала займемся самыми темными местами. Это уголки рта и середина рта. Волосы начнем закрашивать с желтого цвета, потом накладываем более темный тон, оранжевый.
коричневым затемняем локоны. Последние штрихи закрасим полосы на футболке. На сегодня все. Смотрите другие видео на нашем канале. Также подписывайтесь на канал и, конечно же, оставляйте комментарии. Всем пока!